Ой, я не могу. Такая у нас интересная страна. 1 апреля никому не верю, это да? Точно, это вообще... Шутки сегодня надо мной шутит, судьба просто кошмарная. Сначала говорит, не отправим вас на операцию, потом говорит, отправим вас на операцию. Ребенка то не берут, то берут. Примем документы. Кошмар. Матвей попал в финал, то не попал еще. Кстати, ведь он ведь не попал. В смысле? Там еще же 30 человек. Ну я и говорю, что еще не факт, что попадет, но мы очень надеемся. Ой, какой дурдом. Ну ладно, все. Живем дальше. Поехали в школу теперь по второму кругу. В милицию теперь, господи, в больницу, в милицию, в школу. Я сегодня все инстанции прошла. Что ж ты за день-то такой? Так, тебя почти не видно. Такой белый снег, что ты даже какая-то чуть желта кажешься. Он как белось у меня слепит. Слепит меня. Так вот, все. Ой, жарко, да, вам жарко? Зато огурчики балдеют, им в такой жаре вообще балдеж. Вон они подросли. Прополоть их, лебеда. Так вот, ну ладно. Сейчас буду поливать петуньки, вот в маленьких горшочках вот эти сидят, буду их полью. Помидоры, наверное, пока не буду, бодрые стоят. Я всегда наблюдаю, чтобы стояли бодренькие. Если бодренько стоят, значит им нормалек. Надо, чтобы они немножко подвяли, тогда поливать. То есть не заливаем, иначе не тянутся, во-первых, будут. А во-вторых, может черная ножка пойти, поэтому не надо заливать помидоры. Так что маленько мне только петунью полить, вот эти вот горшочки. И землянику, наверное, вот тут полью. Маленькие, короче, горшки. Какая конструкция получилась, а? Прям какая-то Пизанская башня падающая. Вот такое чудо. Это из трубы, видимо, выпало. А так-то, в принципе, тает. Мокрый такой снег. К ногам прилипает. Это сынок, что? Пойдем в огород. Я хотел тебе показать. Показать? Матвей, вот это вот, скинь. Ага. Я хочу. Следи, в общем. Что-то он не идет. Он чем там занят-то? Следи, потому что может вместо него корова еще выйти. Я с Фимой схожу, а ты следи. Резко не заскакивай, только потихоньку, а то ты его спугнешь. Ну давай, чего там надо посмотреть. А? Ой, Фимка, смотри-ка, ты видел, что тут нависло? Вот это самое. Ходи-то поаккуратнее, упадет это все в тебя за шиворот. Ну давай, пойдем посмотрим. Что ты там настроил? А как папа будет проходить? Ну, один берег. Это что такое? Я подумал, почему... Да слушай, папа тебя, по-моему, поругает, что ты ему преграду сделал. Он чистит дорогу, чистит. Он как пойдет-то, а? Ему же с телегой не пройти будет. Надо, наверное, обратно. Ну, не голыми руками, да? Ладно, папа сам потом лопату берет. Пойдем. Ой, чебурек, придумал же. Папе засал туда. Показываю камушек. Самый крупный. Размером с фундук. Вот такой вот кругленький. Вот. А остальные они... Один такой же большой, но кривой какой-то, корявый. Остальные вот такие вот обломки. Острые. Вот они шли по протоку. Было очень не больно. Вот такие дела. Ну сегодня мне уже дается немножко же пузико чесать. Это на руки дается. Только вчера добралась. Ну, пока не знаю. Она еще нет страха. Да, а так, а то сама подошла, на диван запрыгнула, я там чешу, она вся такая довольная лежит. Животные тоже скучать умеют. А это моя подруга. Да. Белочка, что ты делаешь с моей ногой? Ты мне ее раздрала уже все. Снимает чулок. Ай. Голова меня подводит после наркоза. В общем, мы же шли с тетей Паной, когда из теплицы, когда вот поливали, для вас снимали. Шли, потом зашли в контейнер, чтобы взять горшки для пересадки перца. Я вот сюда поставила на мангал камеру. И вообще не отразила, что я это сделала. Кошмар какой.
Ну что, пришли мы, в общем, пересадкой перца занимались, там перевалили, наверное, штук, не знаю, 10-12 перца в двухлитровые ведерки, которые совсем-совсем уже падают. Вот, сейчас температуру глянем. Фу, как тут напарило. Вот это коврик отключили, кстати, смотрите, баня. Сейчас вас запотею. Вот, и все. И потом пошли, пообедали. Так, сейчас я температуру быстренько гляну. Не, запотевает. Ой-ой-ой, он на солнце аж это 37, что ли, показывает. Вот так вот. Тут еще и... Ой, бедные томаты. Чем тебя деда кормил, пока мама спала? Суп. А какой мама сварила суп сегодня все-таки? Какой она решила сварить суп? Гороховый суп, все опередили. Да. Простите. Фима. И салат. Короче, гороховый суп сегодня у нас. Сейчас вот покажу вот эту вот милую даму, вон ту старушку, которая все время спит с теплым молочком. Молоко парное теплое поставила, она спит. Урсула, покажи глазки свои красивые. Урсик. Вот она, привет, скажи, привет, спишь уже? А, и спать легла на окошке. Вот нравится ей тут батарея внизу, и молоко теплое. Адива с мамой будет спать, да? Вот, Фадей помогает, грязь убирает с колес, да? Так, а дед где? А, вот дед ходит. Что-то мы решили поменять колеса. Дед говорит, что не будет уже холода, а, дед? Как ты думаешь? Ну, если и будет, мне некуда ездить. А, все равно машина стоит, да? Машина стоит. А что у тебя такое в руке? Да вот это, хочу посадить. А что это такое? Траву. А, траву, это горшочек какой-то. Это от лампы, что ли? Да. А, ты не обрежешься, ей она стеклянная эта штука. Ну, давай, посади траву. Фима, ты весь мокрый. Ай. Ты что там делал-то? Чего весь мокрый-то? Давай, одевай, простынешь, сынок. Ну, мошек, это кошмар от навоза, смотрите. Вот так вот они. Это вот в навозе разводится такая мелочня. Она, конечно, потом, наверное, ночью, я думаю, она вся замерзает, когда холодно. Вся эта мелочь. Так, это мадам, вот что она творит? Дивка, а если ты провалишься по самую не хочу? А что творится? Ты куда пошла-то? Далеко вы отправились. Че? Стрелять. А? Пустые пока. Пока пустые несешь. Матвей уже в тире, тебя ждет. Так, это что такое-то? Ну посмотри, что она творит. Это же ужас, кочегар. Дива! Ты реально сейчас напросишься на ванну. Иди, я тебя поснимаю. Иди, я тебя поснимаю. Это что? Это что? Это что за чудо, Юда? А? Ну что за чудо, Юда? Кошмар. Вот это вместе я всегда собираю траву. Траву зеленую. А она ест ее, что ли? Да, смотри. Ива, на. А иди, куда ты, мокрая, Фимка, снег мокрый. Правда, травку ест? Фимуля, ну не валяйся, не валяйся. Ты весь мокрый будешь. Насквозь. Она все соисит. Да и скота. Иван. А что дрожим? А что мы дрожим? Кушать хочешь, что ли, или что? Ты случилось. Да ну, моя хорошая, что-то дрожит. Чем туда на... Я так и думала. Вот видите, работает схема. Я только зрителям говорю. Это чтобы спрос был. Что все время спрашивают, что это у тебя там написано. Ну как ты думаешь, что это у меня там написано? На мерке, конечно. О, 19 градусов, отлично. Нет, чё? На мерке, а на будущий год ты что будешь делать? А на будущий год я их зачеркну и новый напишу. Да смою, наверное, за лето-то. Постараюсь. Но если что, спиртик возьму и сотру потом. Смотри-ка, я нашла огурцы в куркуме. Ой-ой-ой. О, как папку запрятал. Сейчас пару банок достанем. Ай. Он всегда так делает. Берет, расставляет в разные места, говорит, чтобы потом, так сказать, сюрпризом было. Ой. Такие вот дела.
Видите, уже почти голая. Это мои любимые огурцы. Самый вкусный салат вот эти вот с куркумой. Ну, на улице сейчас 9 градусов. Матвей с дедом сейчас доехали. Через час будет Матвей уже стрелять. Это плохо. Это холодно, 9 градусов. 9 градусов? Ну так, не жарко, конечно, солнца-то нету. Просто я выпустил сову на улице, она где-то замерзла. Думаешь, замерзла Урсула? Да не замерзнет. Она ж кошка, у нее шуба хорошая. Слушай, это самое, если ты замерз, то иди. Нет, не замерз. Батут-то нормально растаял уже? Вкусно, как вкусно, слинки бегут. Ах, дерет корова своим носом. Ну-ка, Фадей, покажи свой трюк. Какой? Ну, вот, который ты научился. Нет. Видишь, не получилось. Почему? Ну, надо же обратно ведь на него встать. Ага. Ну, давай. О! Почему? Я одной ногой коснулся. Да? Давай еще раз. Сейчас кранчик включим. Опа! О, давай тихонечко стой. Только нет, вниз опусти, а то тебе наберется. О, отлично. Так, о, да, какие чистые бочки становятся. Тихо, тихо. Ты просто стой, я сама шланг подведу, а то ты нальешь себе полный ботинок. Вот. Вот. Сейчас можно и на веранду зайти будет, да? Давай с внутренней стороны, с внутренней. Нет, вот этот вот. Это-то ладно. О, таким вот образом мы обувку с тобой. Ножки потри маленько, а пол еще, чтобы на подошве грязь где. Ну не брызгай, не брызгай. Я ж... Так, все, теперь кранчик у меня закрывай. Можешь? О, молодец, все. Чисти... Ну не надо, Фима, у меня ноги голые, ты меня забрызгаешь. Дуренький. Дурень, погрызываешь ты, больно уже, зубы-то выросли. Иди сюда, иди. Иди поглажу. Иди поглажу, не иди. Да я ж не тебе. Это тут как тут. Иди, вот он, вот он. Вот он, вот он, вот он. Все мольда. Все мольда. Синим языком каким. Ах, язык такой, язык. Ай. Письмелел, письмелел. Ты выгрызает мне ладошку, выгрызает зубками, да? Эх, он такой хулиган. Ай, ай, морда-то мокрая. Мокрая морда. Вот они, это называется телячьей нежности, да? И кусаться-то зачем? Кушай, правильно, кушай корм, кушай.
Я тебе вкусняшку дала, ешь. Ну вот так вот он, наелся, не хочет он. Он линять начал уже. Так вот его чешешь, так он это шерсть собирается, летит. Че мой боровичок? Боровичок, а тут у нас рожки уже. Рожки выглядывают. Рожки мы не хотим ему уже прижигать, выжигать. Да, хоть и предлагали, но что-то на. Жалко парни. Че его мучить за рога? Наоборот, удобнее цеплять. Если вот так делать, он будет лизать. А, еще и сосать будет. Ой, сегодня Фима, Фима выдал сегодня. Пришел с курятника, принес мне в теплицу яйцо. И говорит, я говорю, ну речи, где, говорю, ты набрался только? Говорит, мама, говорит, какая, думаешь, вероятность того, что курица снесет крутое яйцо? Я говорю, думаю, никакой. Фима говорит, а я думаю, вероятность 0.5%. Ну, то есть 0.5, говорит. Откуда он это берет? А? Ты откуда знаешь и проценты, и дроби, и вообще... И теорию вероятности. Откуда он это все знает? Я его научил, да? Да, конечно. Ой, не знаю, в общем, дети сейчас это что-то. Откуда он это набрался, не знаю. Что-то с чем-то, да, говорят.